Ситуация с аварийностью на дорогах Славянского района по-прежнему остается напряженной. С начала года произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 107 человек, погибло 11. Одна из аварий произошла сегодня утром. По предварительным данным, на перекрестке улиц Красная и Пролетарская водитель иномарки при совершении поворота не уступил дорогу мотоциклисту и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла с серьезными травмами доставлен в Славянскую ЦРБ. Будьте предельно внимательны и вежливы на дорогах.